Здравствуйте, сегодня 8-й день моего блогерства. Добрый день всем. День начался. Сегодня 8-й день моего блогерства. Я только что встала. Время 12:30. Встала я, конечно, 2 часа назад. Вот решила снять очередной влог. Такая у меня прическа с утра. Еще не умывалась. Я, в принципе, не умываюсь. И зубы не чищу, потому что в зубной пасте много вредных веществ. Они разрушают и убивают зубы. Поэтому я содой полоскаю рот. Она защелачивает организм и вообще сода forever, как говорится. Некоторые ее даже пьют, но для этого нужна специальная органическая сода. Желательно из-за границы, потому что в нашей различные добавки в обычной пищевой. И как бы не совсем она полезна, но вот полоскать зубы можно. Волосы у меня вот такие вот. Когда-то были белые, я их осветленные, а сейчас концы уже мои. Это мой натуральный цвет, как говорится. Сегодня хочу съездить за кисточками, потому что я рисую каждый день, 3 часа минимум. Это мое любимое занятие, и так как я сейчас в отпуске, я ему уделяю много времени. Из последнего я нарисовала таксу, очень красивая картина получилась для меня. Позже я ее покажу вам. Масляными красками на художественном картоне. И, в общем, я довольна. Рисовала 4 часа, по часу в день. Больше я на картину не уделяю в день, потому что зрение притупляется, как бы взгляд, и уже не то получается. А картин недорисованных у меня еще много. Вот. Сейчас ем бутербродик. Это хлебцы и желтый сыр. И поеду в магазин за кисточками. Хочу купить строительные кисточки не в художественном магазине, а в строительном. Потому что у них очень интересная фактура, и получаются мазки такие, как мастихина. То есть там перемешивается сразу несколько цветов, и, в общем, она дает такой эффект, как будто бы щетки какой-то. В общем, красивая растушевка получается. Градиент. В общем, полюбила я эти строительные кисточки. И, ну, у меня всего лишь одна была. Хочу вот сейчас разных размеров купить. Я картину одной нарисовала. Все. Такая большая по диаметру была. Возможно, пойду еще с собакой гулять. Каждый день я хожу с ней по часу гуляю. Мы живем в частном доме, в коттедже, недалеко от города Питера. 30 минут ехать на машине. Так что есть где прогуляться по лесам, по лугам. В общем, наслаждаюсь природой, хотя погода не очень. Весь май стоял жарчайший, я загорала каждый день. А сейчас, вот уже 8 число июня, что-то с чем-то. В общем, холодно, надо в кофте, в куртке выходить. Вот такие дела. В строительный магазин. Вот какие кисточки я выбрала. Лазурь, кисть плоская, смешанная щетина, деревянная ручка 25 миллиметров. Ну, тут всякие валики, всякая ерунда продается. Это нам не надо. Лайтсприт очень сильно плохо пахнет. Так бы на нем можно рисовать, но он вонючий, невозможно дышать. Так, купила шоколад с молоком. Без него я жить не могу, без химии. Хотя сейчас отказываюсь. Ой, горячий такой. Все. Строительного мы уходим, затарились.
на 500 рублей. Сейчас идем куда? Снова небо красиво. Это... мебель. А, мебель. Посмотрим детские кроватки с колясками. Зашли тут опять в очередной строительный. Покупаем для машины грунтовку. У нас двери проржавели. Сейчас будем своими средствами ремонт наводить. Для начала такие красивые баночки, так и хочется съесть из них чего-нибудь. Такие цвета розовый, желтый. Мы возьмем вот эту красную хрень. Кривые зеркала. Нифига себе. Красота. Ну так я выгляжу на сегодняшний день. А вот здесь худее. А вот здесь вообще без живота. Так, выбираем между вот этим. Тут платьишко с бабочкой. И штанишки. И вот этим котиком. Такой без, с рукавами тоже. И с ножками. Вот эти два мне понравились. Gloria Jeans. Сидим в обед. И пойдем гулять с собакой. Вот что у меня сегодня на обед. Это фрунчоза. Салат из белокочанной свежей капусты, которую я вчера сделала. Листья с огорода. Вот эти два салата из магазина. Фрунчоза и овощной с уксусом. Тут кусочек сыра я не буду. У Лёши борщ со сметаной. Ой, вернее, суп овощной со сметаной. И там сзади квашеная капуста. В общем, вот так скромно то, что Бог послал. Приятного аппетита! Мне. Да и голос не меняет, и меняет.